ТФ-1 представляет. Фильм производства September Production и ТФ-1, созданный при поддержке Иль-де-Франс. Алло. Ты где? У Виржини. А что? Она рядом? Нет, я в спальне. Как можно скорее выйди из дома. Незаметно. Что? Зачем это? Послушай, мы думаем, возможно, она и есть подражатель. Что? Люси. Что ты говоришь? Я слишком далеко и не могу быстро приехать. Тебе надо тихо выйти. Держись естественно. Виржини не в курсе. Двое полицейских ждут тебя возле дома. Позвони, как будешь с ними, ладно? Ладно. Вот черт. Не это ищешь? Да. Держи. Куда ты? Что? Куда ты? Я пойду пройдусь. Чего боишься? Что? Ты чего, плохо слышишь? Да. Чего боишься? Да ничего, а что? Не знаю. Смотришь на меня, как на монстра. На! Увидимся. Не выйдет. Ключ не тот. Повезло, что можешь заниматься любовью с Дамьеном. Алекс подарил мне надежду. Я думала, он другой. Думала, его не остановит моя особенность. Разочаровал. Тебе не понять. Ты не представляешь, как унижает отказ. И как разрывается от боли живот. Нет. Знаешь, единственное, что помогает, успокаивает меня. Вид их агонии. А тишина после смерти. Оглушительно. Виржини, прошу, отпусти. Полиция! Откройте дверь! Пожалуйста, откройте! Не бойся. Откройте дверь! С тобой разберусь позже. Откройте дверь! Это будет приятно. Откройте дверь! Дамьен, у нее пистолет. Я заперлась. Успокойся, Люси. Стэн и Кристоф с ней разберутся. Все будет хорошо, тебя вытащат. Слушай, в ванной ведь есть окно. Сможешь вылезти? Боже, здесь решетка. Мадам Каро, вы здесь? Да, да, я здесь. А подруга, где она? Я не знаю. Она в доме и вооружена. Мы идем за вами. Я в гостиную. Чисто. Справа пусто. Я иду. Вы где? Я здесь. Я в ванной комнате. Справа от лестницы. Ждите нас. Люси! Люси! Люси, ты слышишь? Люси! Люси! Что мне делать, любимый? Что делать?
Как тебе это чувство страха? Оно тебя не заводит? Прекрати! Выпусти! Прекрати! Выпусти меня! Вирджини, хватит! Ай, как страшно! Дамьен! Сделай что-нибудь, Дамьен! А ну, заткнись! Живо! Дамьен, пожалуйста! Хватит! Хватит! Нет! Что ты творишь? Пожалуйста! Люси! 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 Идем, идем! Действуем! Действуем! Добрый день! Что ты с ней сделала? Пока еще ничего. Только инъекцию. Спит, как младенец. Предупреждаю. Если ты ей навредишь... То что? Поступишь как мать? Сволочь. Король Буке. Фред Тесто. Паскаль де Малон. Манон Азем. Фредерик Бель, Элоди Навар, Робинсон Стевенен, Серж Рибукин. При участии Жака Вебера. Богомол. Шестая серия. В доме никого. Тело Кристофа наверху. Люси. Почему я ничего не смог? Все было на виду. Я бездействовал. Мы бездействовали. Мы не смогли защитить Люси! Зачем ты меня втянул? Зачем позвал меня? Почему именно меня? Ты привел меня в этот ад! Ну зачем? Все, хватит! Дамьен! Все, хватит! Нам тоже больно. Мы потеряли двух друзей и двух наших коллег. А сейчас нужно найти твою жену, ты слышишь? Дыши глубже. Ты мне нужен. Слышишь? Понимаешь? Слушай, мы найдем ее. Дамьен, ты знаком с ней 5 лет и наверняка знаешь о том, что поможет ее найти. Я ничего не знаю. Помимо вас, у нее были друзья или знакомые? Вирджини вечно твердила, что мы ее единственная семья. Еще бы. Я просто ее не знаю, вот и все.
Ну что? Исчезла бесследно. Ситуация не изменилась. Милая моя, ты напугана. Я знаю, что ты думаешь. Думаешь, вот гадина. Она играла со мной и с моей жизнью. Нет. Знаешь, я тебя обожаю. О, Виржини, он мне врет? О, Виржини, как думаешь, его мать мертва? О, Виржини, я беременна. Что же мне делать? С тобой было весело. Машина подозреваемой рядом с ее домом. А значит, она ездит на чужой машине. Ты проверишь. Уверены? Когда снимали средства? Держи. Отсканируй фоторобот. Ладно. И сразу отправь. Все, спасибо. Я пришлю фоторобот. Ладно, все по местам. Важна каждая деталь. Ашиль! Что? Подключи все камеры наблюдения и выведи видео с телефона Жанны на экран. Идет загрузка. Проклятье. За ней клетка. Я тоже хотела стать матерью. У меня есть чрево, но оно больше не работает. Мертво. Поздоровайся. Я думаю, они все здесь. Нет? Не желаешь? Нет. Не вините ее, это все гормоны. Ну, теперь, когда мы все собрались, поиграем. Знаете игру «Семь семей»? Нет. Впрочем, неважно. Начнем. Итак, начнем с семьи Каро. Я верну Люси и ребенка, а взамен я хочу получить мать. Обмен через 4 часа. Я сообщу, где. За полчаса. Стерн, дай, пожалуйста, телефон. Спасибо. Дамьян, Жанна хочет поговорить. Да. Ты должен согласиться. Тебя убьют. Люси носит твоего ребенка. Его нужно спасти. Позволь мне это сделать ради вас. Пожалуйста, Дамьен.
Будет обмен. Но подожди, а вдруг они сообщницы? Нет времени на игру в Клюидо. Напуганная беременная женщина хочет домой. София, собери мне группу. Ашиль, найди мне незаметный трекер. Ты правда веришь, что префект разрешит? С ним я разберусь. Хочешь? Что ты за гадина? Я даю тебе воды, а ты плюешься. Порой ты просто невыносима. Сволочь. Да ты не в себе, Ферачи. Как я могу санкционировать такую операцию? Две серийные убийцы окажутся на свободе. Может, еще и Ганнибала Лектора добавить к ним до кучи? У нас нет другого выбора. Мы примем все меры предосторожности. Я подготовил группу захвата. Кроме того, Богомол будет снабжена трекером, так что мы сможем следить за ее перемещениями и арестуем их сразу после обмена. С другой стороны, если вы не дадите зеленый свет, беременная погибнет. Из-за тебя мы вляпались в это дерьмо. Ты настаивал на сотрудничестве с Богомолом и потерпел фиаско. Так что с этого момента операцией руковожу я, понятно? Если что-то пойдет не так, просто скажите, что не знали. Что я в одиночку спланировал операцию. Я и сам так скажу журналистам. Комиссар, ты понимаешь, что губишь свою карьеру? Да, свою. А не вашу, месье префект. Это трекер. Мы последуем за вами. Виржини не тронет тебя, пока не будет безопасности. Но мы не будем висеть у нее на хвосте, чтобы ты вернулась живой и здоровой. Все будет хорошо. Я не брошу тебя. Да? Поезжайте к Порт-де-Сен-Клу. Остальное скажу позже. Я провела с тобой много дней. Но я не знаю, кто ты. Мне нравится твоя молчаливость. Это профессиональное, мадам Каро. Без обид? Без обид. Едем. Алло.
Езжайте по шоссе А-13 в сторону Руана. 8-й съезд. В сторону Морте-Фонтена. Обмен будет там. Стойте. Остановитесь там. Пусть все тормознут. Оглянитесь. Сзади холм. Поднимайтесь. Где Люси? Здесь. Со мной. Хочу видеть. Поднимайся. Один. Без сюрпризов. Так не пойдет. Решай сам. Прогулка за городом. Пусть ты и вырос, но мне все равно будет приятно. Ну что? Не двигайтесь. Стойте там. Я пошлю к вам Люси. Жанну ко мне. Одну. Надеюсь, ты меня когда-нибудь простишь. Позаботься о моем сыне. Спасибо. Цела? Ты цела? Да. Что показывает GPS? Трекер работает, они идут через лес к той дороге. Ладно. София, возьми часть группы и попытайся подойти к ним сзади. Да. А мы попытаемся перехватить на выходе из леса. Останешься с Ашилем, ладно? Все будет хорошо. Ладно. Люси, ты что? Люси!
Скорую, срочно! Скорую! Живот, как больно. Живот. В чем дело? Не знаю, черт подери! Идите, найдите Жанну! Идите, спасите Жанну! Черт, что я скажу Нинон? Нинон такая хрупкая. Подождем, посмотрим, что будет. Сегодня вечером отвезу ее к отцу. Спасибо, что заботишься о ней. Да не за что. Жанна вас одурачила. Это все ее вина. Хватит обвинять. Она спасла Люси. И все. Поэтому пошла на обмен. Ясно? Ты в этом так уверен? Да. Как Люси? Пока не знаем. А Жанна? Плохие новости. Мы нашли это в лесу. Ее трекер. Мы прочесываем территорию, но они обе исчезли. Нам не ясно, то ли передатчик нашла Вержини, то ли твоя мать от него избавилась. Месье Каро? Мы остановили кровотечение. По результатам анализов она принимала мифепристон или мифегин. Этот препарат используют для прерывания беременности. Как ребенок? Пока не знаю. Я нанесу гель. Не бойтесь, он немного холодноват. Мне так жаль. Присядьте, пожалуйста. Он все еще там. Видите? Нет. Вот эта точка. А он выживет. Мы ввели спазмолитик и остановили схватки. Будем надеяться. Мы оставим вас наедине, а потом переведем в палату. Ладно? Согласны? Да, спасибо. Исчезла. Мы нашли ее трекер в лесу. Но я не знаю, сама ли она его сняла. Я знаю, куда меня привезла Вержини. В карьер, где добывали каолин. В какой-то момент я упала на пол. Там была такая же глина, как у нас в мастерской. Мы ехали недолго. Где происходил обмен? В Вальдуас, у Мортефонтена. Монтессон. В Монтессоне есть карьер. Жанну надо забрать. Ты что, рехнулся? Все пошло не по плану, обмен провалился. Послушай, Дамьян. Ты же знаешь, если мы задействуем спецназ, все закончится бойней. Да, но я же отстранен от этого дела, ты слышишь? Я пойду.
что бы ты ни говорил. Дамьен, Жанна предала тебя, она опасна. Подумай о своем будущем, твоя семья здесь. Моя мать тоже член семьи. Я пройдусь. Вот дерьмо. Эй! София, предупреди Стерна, он нам пригодится. Сама того не зная, ты руководила мной. С тех пор, как убила этого мерзавца, моего отца. А взамен? Я сделала все, чтобы ты была счастлива. Пока ты томилась в тюрьме, я продолжала твое дело и присматривала за сыном. Я нашла ему любимую. Я даже позаботилась о твоем потомстве. Вот итог. Этого было мало. Ты предала меня. Ты предпочла его. Того, кто тебя презирает, отвергает и никогда не поймет. Я отдала тебе все. И все могу забрать. Может, уже забрала? Правда? Как же? Люси хотела пить. Я дала воды. С абортивным средством. Думаешь, меня это волнует? Ты ничего не понимаешь. Камиль, я тебя не предавала. Я отдала тебе трекер. Полицейские тебя вычислили. Не знала, что нас подслушивают? Ты сама выдала им всю информацию. А моя мать и я? Как Дамьен про нас разузнал? Он узнал песенку, которую ты напевала, склонившись над фортаном. Я ее пела, когда он был ребенком. Вход в карьер чуть ниже. Дамьен понял, что на месте преступления был тот, кто меня знал. Либо твоя мать... Либо ты. Камиль, ты выдала себя. Но это не важно. Сейчас важно только то, что мы с тобой свободны. А Дамьен? Дамьен у нас не понять. Он верит в справедливость. А мы с тобой не можем. Я вырублю свет. Да, Дамьен мой сын. Но моя наследница — это ты. Ты нужна мне, Камиль. Ты должна помочь мне, как я помогла тебе, когда ты была маленькой. Ты должна меня отпустить. У меня есть еще дела. Время на исходе. Кто-то маму потерял. Разделимся. Идем. Ищи ее, мальчик. Дамьен! Я тебя вижу. А я здесь. Монокуляры! Снимите их! Эй!
Займитесь ею! Займитесь! Не двигаться! А где Жанна? Где она? Ушла! Где она? Куда ушла? Куда? Испарилась. Берите ее. Жанна не предала бы нас ради свободы. Жанна! Должно быть что-то еще. Она убедила Виржини отпустить ее, преследуя свою цель. Позволь допросить Виржини. Это невозможно. Нас отстранили. За ней приедет спецгруппа. В камере. Без диктофона и съемки. Скажи, где Жанна? За ней охотится полиция. Я должен найти ее раньше. Иначе ее убьют. Я не могу. Жанна на меня рассчитывает. Мы с ней одинаковые. У нас схожие истории. Отстань! Ты не поняла. Жанна использовала тебя, чтобы ускользнуть. Ты больна, Камиль! Ты чокнутая! Да, я больна. Как и твоя мать. Причем давно. Ты считаешь, что знаешь ее, потому что у тебя есть детские воспоминания, и ты читал ее досье? Ты ничего не знаешь. Ничего! О чем это ты? А? О чем это ты? Я говорю об истоках зла, Дамьен. О том, что сближает Жанну и меня. Я узнала всю правду. Скоро и ты узнаешь. Но будет поздно.
Доктор Мюллер. Первый сеанс гипноза Жанны Д. Мы начинаем сеанс гипноза, чтобы понять, почему ты стала такой. Ты готова? Да. Сегодня солнечно, кричат обезьяны. Меня это пугает, я думаю о маме. Вчера мы с папой спрятались у озера, и я видела слонов. Но с мамой было бы лучше. Прошлой ночью папа плакал во сне. Он все звал маму. Завтра ровно год со дня ее смерти. Тяжело. И я все еще боюсь льва. Какого? Убившего мать? Если бы не лев, она бы не умерла. Но ведь лев мертв, Жанна. Его застрелили. О, нет. Он здесь. Он вернулся. Хочет, чтобы я его гладила. Он слишком сильный, я не смею отказать. Жанна, где была эта сцена со львом? В моей спальне. Привет, папа. Что ты здесь делаешь, Жанна? Я пришла сказать тебе, что теперь я все вспомнила. Спишь, Жанна? Моя маленькая. Моя милая. Шарль, что ты делаешь? Я скоро приду, милая. Я скоро вернусь. Что ты с ней делал? Скажи, почему ты ее трогал? Ты мне омерзителен! Хватит тебе! Я же говорил, что я болен! Ты больной! А ты не понимала! Ты животное! Да, я болен! Всё. Я давно не болен! Не смей больше к ней прикасаться! Уходи! Я болен! Исчезни! Прекрати! Ты отвратительное животное! Остановись! Yeah.
Ты была для меня всем. Я любил тебя, Жанна. Слишком любил. Я думал, и ты меня любила. Ты помнишь, ты и я, сколько страсти. Нет? Тебе это нравилось. Ты любила. Ты тоже меня любила. Но вспомни. Ты моя девочка. А? Мне особенно запомнились слова, которые ты прошептал в тот день. Не забудь, Жанна. Это наш секрет. Если расскажешь, папа сильно расстроится. Он умрет от горя. Это ты сделал меня чудовищем, насилуя много лет подряд, убив мать у меня на глазах. Жанна. Ты этим занимался с Нинон? Ты этим занимался с Нинон? Ответь! Жанна единственная! Клянусь! Я клянусь тебе! Когда меня терзали вопросы, ты не давал с ней встретиться. Всю жизнь ты вбивал мне в голову, что мать плохая! Я не нарочно! Я был болен! Ты разрушил нашу жизнь. И должен поплатиться. Исчезни. Исчезни!
Да, любимая. Я тоже. Я еду. Я еду, любимая. Люблю тебя. Мама. Я стану отцом. Иди ко мне. Я стану отцом. Поезжай к ней. Поезжай к ней. До встречи. Да. Иди. Фильм озвучен компанией Akimbo Production в 2023 году. Режиссер озвучания – Глеб Глушенков. Звукорежиссер – Алексей Климась. Роли озвучивали Геннадий Новиков, Ольга Зубкова, Александр Хорлин, Елена Греб, Глеб Глушенков и Татьяна Абрамова.